Я тряпка. И сейчас тебе поясню, почему же я тряпка. Сейчас ты все узнаешь из моих уст. Сейчас я тебе скажу. Дай тебе очки, как соответственно. Во-первых, почему я тряпка и ничтожество? Потому что я вышел на улицу и стал рисовать посреди бела дня. Сейчас будет очень шуметь. Посреди бела дня я стал рисовать, в то время как другие художники сидят по домам. Чего она не включается? Поэтому я ничтожный человечек. А я никто. Как звук теперь Господи. Не, плохое звучание. Сейчас. Просто вышел на улицу и стал рисовать посреди белого дня, ни от кого не прячась. И на меня напали, вызвав наряд полицию, оскорбляли и угрожали. У меня синдром тревожности и беспокойных ног. Я больной человек немножко, но им все равно. Поэтому я ничтожная тряпка. Я уничтожил своими руками под надзором отряда полиции свои пейзажи. Это были мои дети для меня. И с тех пор я больше не живу. И с тех пор я больше не живу. Прошло уже почти больше, чем 5 лет. С тех пор я не чувствую радости в жизни. И нету девушки у меня, и нету друзей. Они все и пошли своим путем. Я никто, я лишь тень. Я лишь тень, лишь тень, понимаешь? Представь себе, как если бы твоих детей заставили, как если бы маньяк ворвался в твою дверь и надел на тебя перчатки из наждачек очень грубых намертво, так что ты не могла бы их снять.
квартире твоей, твоих детей, стирать до костей. Это было бы то же самое, как ты поступила со мной. Ты бы медленно стирала до костей, они бы все погибли в мучениях. Но ты бы не умерла, ты бы осталась жить на всю жизнь. Как бы ты себя чувствовала? Подумай об этом, подумай. Но у тебя нет сочувствия, ты не способна поставить себя на мое место. Ты уничтожила художника, и ты этим счастлива и гордишься. Моя мечта сделать город красивым, моя мечта, чтобы у людей не было депрессии из-за серости. Я рисую просто за свои средства, поломав, испортив себе спину, работая грузчиком. Я просто мечтал рисовать, постоянно это делал. И теперь я живу на таблетках, и теперь я живу на антидепрессантах и на таблетках, которые помогают от тревоги. Потому что вы очень мощно уничтожили меня, мою личность, мои чувства, и вы смеетесь прямо сейчас, ты смеешься, я знаю. Вот и все. I'm a loser, I'm loser. Кто я в ваших глазах? Я просто лузер, тряпка и ничтожество. Занимайтесь своим дизайном, сидя у себя в кресле или в офисе. На вас никто не нападет, и вы будете считать себя горделиво художницами или художниками. Вот и все. Моя психика сломлена давно. Просто если хочешь, а ничего ты не хочешь. Для тебя все мои картины – это ничто. Для всех мои картины – ничто. Ладно, я. Это моя очередная тупая песня, грустная, которая всех раздражает. Ставьте дизлайки. Используйте это против меня. Переставайте меня уважать. Я такой пессимистичный. Вы меня не любите. Я знаю. You don't love me, but I love you.